Я не сомневаюсь, что форум будет успешный. Мы видим, какой интерес, видим, какое неподдельное желание участвовать в дискуссии имеют представители органов власти, администрации президента, международные эксперты, представители международных организаций. Поэтому я думаю, что форум будет, пятый юбилейный форум будет хорошей площадкой для того, чтобы обсудить наболевшие проблемы предпринимательства и найти какие-то решения. За предпринимательством будущее. Мы видим, как растет доля предпринимательства в ВВП и понимаем, что если мы хотим ориентироваться на лучшие страны, которые имеют самый высокий уровень жизни, то нам надо работать над тем, чтобы средний класс рос быстрее. И по оценкам экспертов, до 70% ВВП может формировать предпринимательство. Это говорит о том, что нам есть куда идти, есть куда двигаться. Я хочу пожелать участникам форума открытости и, учитывая, что все стороны готовы к диалогу, не скрывать проблемы, обсуждать их, потому что только на таких площадках можно найти решение этих проблем.